есть на свете, много есть на свете хороших и добрых людей. И думаю, часть из них, они просто все собрались вокруг прекрасных руководителей Надежды Васильевны и Владимира Александровича. И мы с удовольствием поздравляем их с их праздником. И это праздник, в принципе, и всего города, и, я думаю, даже и области, и России, что есть такой коллектив. И он до сих пор существует, и еще и долгие годы ему. Много есть на свете людей, добрых да хороших, только нету мамы моей никого дороже, только нету зайдет. Будет день погожий, знаю, что всегда меня ждет та, что всех дороже, знаю, что всегда меня ждет. Я люблю жену да детей, искренно, но все же нету милой мамы моей никому дороже. Нету милой мамы никого дороже. Много есть на свете людей, добрых да хороших, только нету мамы моей никого в коллектив «Надежда», да, этот самый коллектив мне подарил надежду на русскую песню, что она будет все-таки жить, несмотря на, я там, мне было лет тогда 16, когда я туда пришел первый раз. И именно в этом коллективе, наверное, я оценил по достоинству всю силу и всю красоту именно народной песни. И, может быть, это один из пунктиков, почему я стал потом писать песни. Потом следующую песню я, наверное, посвящаю городу, в котором вы все, и коллектив,
существует, который проходил всегда через радости, через горести и снова радости. И этот вечный круг, это и есть наша жизнь. Черная, белая, веселая, грустная, черная смородина. Слова Александр Сушков, город Кемерово, музыка Кемерово. Ломать черенку,